Ребята и девчонки из 17 разных команд по рукопашному бою Москвы и Московской области собрались в зале детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» поселка Развилка. Целью — найти ответ на вопрос, кто сильнее. Даниилу 13. Рукопашным боем он занимается уже 4,5 года. Этот турнир для него далеко не первый. На многочисленных соревнованиях он уже завоевывал призовые места, но сегодня все-таки волнуется. Так всегда перед боем. У нас есть такие планы. Сегодня выиграть первое место командное. И мы это постараемся, конечно, выиграть. Соревнования организованы администрацией поселка Развилка совместно с Центром физкультуры и спорта «Олимп» и посвящены памяти защитника Отечества Сергея Соломатина, погибшего при исполнении служебного долга в Республике Афганистан. Ему была возможность вернуться на родину, но он написал письмо министру обороны, чтобы его оставили. И 5 декабря 1984 года в перестрелке был смертельно ранен. Почтить память Сергея Соломатина пришел его друг и бывший сослуживец Сергей Терешкин. Организаторы считают, что проводить подобные турниры необходимо, так как они помогают в патриотическом воспитании и создают оптимальные условия для выявления спортивного потенциала у молодых людей. Призовые места и кубки – это замечательно, но молодые бойцы встретились не ради этого. Для них главное – проверить свои умения и показать сопернику, на что они способны в бою. Александр Шишов, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, «Видное ТВ».